О безопасности в летний период паралимпиец Михаил Диктованный совместно с представителями МВД провел урок безопасности. Вначале небольшая демонстрация лука. Закрепить лук, натянуть тетиву, взять цель и выстрелить. И вот так все происходит. А дальше нельзя, потому что техника безопасности. Это к вопросу о том, стрелять я тут буду или нет, потому что нельзя стрелять. Потому что даже направлять заряженный лук в сторону человека нельзя, потому что это может привести к очень серьезным травмам. После слова взяла старший инспектор полиции. Мария Ратникова рассказала о соблюдении мер безопасности на дорогах, дома, в школе. Как вести себя с незнакомыми людьми, как кататься на роликах, чтобы не попасть под машину. Ролики довольно популярны среди детей. На роликах мы, если идем кататься, да, куда-то в парк, в сквер, на иную специальную для этого там площадку, мы идем туда в обычной своей обуви, и только когда мы приходим, мы переобуваемся. В конце фотография. Ребят ждут еще 2 месяца каникул, на которых важны не только эмоции, но и безопасность.